Доброго всем времени суток. Мы на пустошах. И это игра Atomic Society. И с вами Texer. Что же, продолжаем строить рай на земле. К сожалению, мне не хватает людей немножко для рая, да? А между тем развлечения и еда падают. Давай туда. А, мой инвентарь пуст. Ну хорошо. Пуст и пуст. Так. Что у нас тут есть? Ты кто? Enforcer Outpost. Людей пока нет. Ты кто? Weaponsmith. Будет ковать ножи, но пока ни металла, ни хуманов. И тюрьма. Ни металла, ни хуманов. Ну просто хуманов нет, да ладно, черт с ним, ни металла. Что у нас тут? Я думаю, может мне своего орла послать. Давай, лидер. Ага, нету сальвага. Превратить это в здание, нафига? Нет ресурсов, на которых мы сфокусированы. Астос? А, нет, люди не появились. А на чем мы сфокусированы? А металл есть немножко. На масле мы сфокусированы, хорошо. Так. Пошел орел. Орел пошел. Я надеюсь, он продолжает бежать, слушайте. Да, он продолжает бежать, все нормально. Ну, как бы, если никто не идет, опять у меня мало народу. Еще тут отпал. Хотя 140 человек, нормально. Давайте мы время ускорим, потому что, оно как-то медленно развивается. А в целом-то я построил уже все, что можно. Я не все законы принял, согласен. Но построил-то все, что можно. Да, у меня тут не идеально. Так, я пошел собирать массовые. Ну, люди умирают в удобстве вот тут. Хотя, я смотрю, по улицам труп тут еще не хуже. Есть. Ну, давай сюда. Неси в депозит. Как, кстати, у нас? Мастера нету. Я один нашу, мой лидер таскает. Так, что у нас тут? У меня на 150 жителей. У меня 137, то есть у меня даже с запасом жилье. Так, ну, мой лидер, надо полагать, принес, да? А что у нас тут построено? У нас церкви нету. Давайте, служители культа. Я же не строил такую штуку. Даже не строил, да? Тексария третий год выжила. Отлично. Нет, у меня... есть число. Да, вторую мы построим. А что, нам жалко, что ли? Так. И что-то по идее надо предпринять. У меня людей нету. Я не знаю, как сюда привлечь. Давайте что-то тут по идее предпримем. А что по идее можно предпринять? Ну, давайте. Так. Металла нет. Металла нет. Хорошо. Фокус сюда. И людей нет. Надежда больше, но люди не идут. Так. Тут. Лидер ломанулся, сейчас металл будет. Мы строим. А может я часовню строю? Театр. У меня театра нет. А давайте мы часовню этот тогось. А? Разрушить структуру. Сами соберете? Я надеюсь, соберу. Так.
А вот давайте посмотрим. Они соберут или нет? И почему ко мне люди не идут? Я хочу людей еще. И тут умер кто-то. Так, ну это за трубом пришло, я правильно понимаю? Людей нет. Вон еще кто-то идет. И я вот не знаю, это ко мне идут. Это... Ага, инвентарь лидера полон. Давай сюда. У меня 10 ко мне. 126, у меня опять там умирают. Давайте быстрее идите сюда. Или они там что-то лутают? Не понимаю. Смотрите, тут объектов для лута до хрена на самом деле. Вот ты кто? Вот я очень хочу узнать, ты кто? Алекси Чилдерс. А, они к нам идут. Проблема. Не занято. Ого, это мы вас легко, бездомная. Давайте, давайте, идите сюда, люди, вы мне нужны. Так, вот ты кто? Они к нам идут. Слушайте, а в какой момент они будут приняты к нам в общину? Ну? 131, да, они пошли. Они поперли, я бы сказал. Так, что у нас тут? Все есть. Строим театр. Театра-то не было еще. А, прям тут на месте часовни. Ладно, рядом с часовней. Рядом с гринхаусом, в конце концов. Так, лидер пошел. Собирать обломки. Еду надо. Я теперь могу что угодно построить, но я построю гринхаус еще один. А, зелененький только что был. Давайте, ребята, давайте, стройте. А, 143. Народ пошел, занятость пошла. Где тут у меня... Нет, репэйр шаг не то, вот. Waiting for stock. А что будет-то? Вот ты произведешь нож, что дальше? Давайте досмотрим до этого счастливого момента. Вот у нас металл тырит, да? Бум. Так, я так понимаю, пошел следующий нож. А, мы вооружаем наших инфорсеров. 148, смотрите, больше становится народу. Это прекрасно. А у нас сейчас апнется культурка. Так, где у нас нет народа? В инфорсерах у нас нет никого. Ну ничего, сейчас придут, я думаю. Не пришли, да? У нас еще тут народ нужен, и тут народ нужен. Ну, я думаю, там кто-то... Вон там кто-то еще идет, нормально. Их станет много. Так. Ну, мы здесь ставим вот так. Как только появится... О, все, инфорсеры есть. А, один. Хоть один. Хотя бы так. Ты кто? Защищать закон. Ладно. То есть молотки это инфорсеры, я правильно понимаю? Хорошо. А у нас была тут мэрия где-то. Вот. А, меньше одной минуты осталось. Мы еще какой-нибудь закон сейчас примем. Но мне тут осталось только до максимальной скорости играть, потому что ну, ничего такого не происходит. Вон там еще люди идут. То есть молотки это инфорсеры. А еще без них закон не исполнялся. Черт его знает, да? Мы сейчас что-нибудь примем. А еда почему-то наладилась, не знаю почему. А в театр никто не пришел. Ну, три инфорсера это издевательство, конечно. Люди, давайте, идите в театр. А первый гражданин был исполнен в нашем центре наказания, так он не первый. Я уж там сколько... Человеков 3 в прошлой серии заморил. Так, там даже сказали. На рабство. А я что там? Каннибализм я это. А, так, аборты. Гомосеки. А, использователи наркотиков.
трансгендеры, вегетарианцы, эвтаназия, рабство. Ну, рабовладение. А давайте рабовладение накажем коротким тюремным заключением, а? Прекрасно. Мы так примем все законы, я так чувствую. Вера. Ну, тут сами понимаете. Мы образовываем. Мы просвещенные. Мы не казним. Так, еду давайте. Хоть еды там навалом. Опа! И в театр пришли. Та-дам! А, надежда уже 6%. А, все стройхаусы заполнены. Шикарно! Значит, мы сейчас... Давайте Luxury House бабахнем. Что бы это ни было, пусть он будет. Вот тут. Бум. А, и... А чем мы еще не строили? Это все было. Ну, это, да. Все есть. Все есть. Все есть. Тоже гигантский Story House можно забахать. Вот. Это горящий факел. Бум. Пусть горит. А, давайте еще что-нибудь построим. Ржавая статуя. Ну, тоже небольшая такая. Бум. Что дают, не знаем, да? Артворк. Давайте артворк сделаем. Бум. Строить так строить. Надо все попробовать. Декоративный какой-то шруп. Я просто не помню, что такое по-английски шруп. Еда навалом. Сейчас надо в счастье выпрецелить. Так. Weaponsmith Guard Tower. Вот интересно, Guard Tower. А вот там уже одна есть. Давайте вот тут что-нибудь прикроем Guard Tower. Вот. Надежда 7%. Ну, нормально. Продолжаем. Ах. Чё тут никого нет? Куда делит-то народ? А, не-не-не, лидер. Стой. Нифиг тебе там делать. Это тюрячка. Ну, тюрячка, пусть кто-нибудь что-то другое следит. Так, у нас опять 133 человека, тут у нас что-то поумирали. Но еда прёт просто... выше. Чем надо. Что написано, это очень тяжело сделать в ранней версии игры. Да, обломитесь. Я это легко делаю. Так. Нехватка людей. Людей давайте. Я всех прокормлю. Вы мне их давайте. У меня Luxury House готов. Вы знаете, подгоняйте. 165 я могу. Ну, давайте. Просто 350, видимо, цель достичь, я не знаю. Тут. Ну, тут, смотрите, уже много народу есть. А сколько сюда влезает вообще? А, вот 7 из 10. То есть он не полный. Прекрасно. Бам. А, нет, вот. Как только, так сразу. У меня даже тут что-то народ кончился. Это что у нас такое? Энфорсеры. Ну, я не знаю. Давайте, идите. Куда вы кончаетесь-то? А может, надо аборты запретить? Таунхолл. 7 минут еще. 7 минут это будет что в этой серии? Ну, я, конечно, понимаю, что тут... Вообще... Вообще... я хотел было... последнюю серию снять. Сикхи. Образовывать. Смотрите, прям вот подползает. А это все потому, что у меня мало народа. Да блин. У меня мало людей, поэтому для них это слишком много. Ну да. Больше народу падает.
И сейчас их сотка останется, вообще зашкалит, наверное. Еда, вода. Хотя, с другой стороны... Вот вы кто? А, пришли из диких мест. И вон там еще идут. И вон еще идут. Ну, у меня надежда 7%. У меня вау. Так. Ну. Выполнить все 5 заданий, чтобы сделать полностью сеттельмент. Надежды города больше 30. 350 человек. Город полностью защищен против рейдеров. А в чем это выражается? Не знаю. А это рейдеры? Все 5 городов нужны полоски более 50%. Не знаю. Принять как минимум 5 законов. Ну, да. 6, вернее, законов. Ну, у меня, да, оно есть. А, может вот это все закрыть? Закроем. Ну, я все построил. Мне строить уже больше нечего. Давайте, люди, приходите. Что у вас? 126, 127. Мне нужно вот эти вакансии заполнить. Слушай, даже интересно, что будет дальше. Ну, так, понятно, что ничего особенного не будет. Может, рейдеры придут, не знаю. Хотя, по логике, они давно пришли. Если бы хотели, да? А, давайте тогда инфорсить эти... Нет, гвардтауэры. Смотрите, вот там закрыто. Мне закрыть еще вот тут. Вот так. Бам. И закрыть вот там вот еще. Вообще вот так как-нибудь, а? И город, так понимаю, будет полностью закрыт от рейдеров. Нет? Во. Бом. Давай сейчас выберем башню. А, ресурсов нет. Ладно, черт с ним. Так, к нам снова попер народ, я смотрю. Как-то они так волнами. А, вот. Вот это все 5 баров. Все 5 городов нужны бары более 50%. Выполнены, черт возьми. Ну, мне осталось надежду поднять до 30-ки. Но это медленно, да? Это ж медленно. 5 из 10. Я не знаю, чем надежду еще поднять. То есть она, возможно, она от времени апается. Хрен его знает. Но это чисто вопрос времени. 350 рыл набрать, тоже вопрос времени. У меня вот это вот тормозит все, конечно. Ну, давай чинить, что возле коллапс, ну... Коллапсирует, надо чинить. Чините. Я что, против, что ли? Нет свободных рабочих. А вы новые приходите. И будут. Корабли выброшенные. Вот это, я так понимаю, наш... А она убийца или нет? Непонятно. Но это наш, он, оно ищет. Давайте еще по характеристикам по их полазим. Citizen Ариана Росс. Сик. Инвентарь. Пусто. Потребности. Ну, нормально. Биография.
Ну, неужели кто-то все будет читать? Ладно. Что у нас тут? Народу 130, фигня. Маловато. Маловато. Возможно, если вот эти проценты выйдут выше за шкалу, мы тогда получим прям вот прирост веры. У меня вот тут не охраняется, но... А в остальном, смотрите, все охраняется. Вот тут пятно не охраняется. Все сторехаусы полны. Ресурсов нет. А, мы металл наперли, да? А чем они полны? Водой? Ничего, ну давайте дрова. Даже не знаю. Давайте это охранили. Как его? Гигантский сторехаус построим. Всего по 9, у меня столько нет. Ну, мы 3 года прожили тут уже, 3,5 уже. Чё ж всё так это долго? Опять людей мало. Я не понимаю, почему так. Так. Протестанты. Что у нас тут? А, можно закон принимать. Сколько мы уже приняли? 3. Что у нас тут? Эвтаназия. Эвтаназия, кстати, хорошо. Вегетарианцы, трансгендеры. Вот. Что мы с этим сделаем? А в тюрячку мы за это будем сажать. Нету людей. В тюрячке никто не работает. Ой-ой-ой-ой, опять в минус пошли. Ну не могу я ничего принять, что вы. А давайте примем веганов каких-нибудь. Я ж не думаю, что меня тут люди прям рождаются. Давайте, веганы. Ура, веганы. Вегетарианов нас, веганов нас одобряют. Ну, 6 законов я не принял, я принял 4 закона. Черт возьми, о, 6 можно скорость, ладно. Не знал, я думал 5 максимум. Ну, красивое число 5. Все склады полны. Чем? Колодезной водой? Смотрите, у нас есть медицина. У нас есть... Одежда. Какие-то... Батареи. Людей мало опять. Смотрите, пусто. Ну, на самом деле, над игрой еще работать и работать. Вот. У нас все построено, кроме гигантского склада. И нам, блин, деваться некуда. Ну, может, что-нибудь конвертануть, конечно. Дом. А, ну, ресурсов нет, чтобы конвертировать. А когда ресурсы будет, мы просто гигантский построим и все. Да чем вы полны-то? Я не понимаю. 120 места. Воды дофига. Вода занимает. Черт, все надо чинить, все надо чинить, все ломается. У нас сюда народа не хватает. Тут что? Таверна.
То есть, понятно, отсюда двоих сгоним. Как сюда принудительно кого-то назначить? Ну, блин, сейчас все порушится нафиг. Давай, ладно, своим будем ремонтировать чуваком. Фу. Я не понимаю, куда люди деваются. Давай. Вручную чинить. Раз некому, будем так бегать. Осталось 8 человек. Вот чем они заняты? Ага, починили. Давай тут чини. Мэр бегает, все чинит. Акцептал, пошел, еще что-нибудь почини. Вот там он дом почини. 126, блин, люди, идите сюда. Все стурхаусы полны опять. Ну, полны. Че я могу сделать? Давай тут чини. Не успевает он получить. Блин, тут народ кончился. Жрать мало. Что-то тут не то у нас, да? Мигранты идут. Мигранты-то идут. А где люди? Вот. Насколько я рабочих мест настроил? У меня же на 137 все заполнялись. Я же понимаю прекрасно, что они идут. Че, еда падает? Видишь, коллапс у нас. Давай фигач. С другой стороны, у нас люди идут, они должны занимать места-то и работать там у них, да? Я еще, конечно, мэром своим все починю. Я могу. Я сам ремонтирующий мэр в округе. Так, че рычим-то? Че рычат? Еды мало. Вот что это должно означать, это шуршание? Просто такое сопровождение? Ну ладно, черт с вами. Раньше ломается. Я не знаю, вот где людей еще брать. Я так понимаю, у нас склады заполняются всякой фигней. Поэтому там мест лиды не хватает, да? 0-0-0. Так, давайте сделаем 50. Вот, место есть. Несите материалы, черт вас возьми. Я не понимаю, почему еды нету. Так, чини ранчо. 144, у нас народу до хрена. Вместе у нас пустые вот эти вот все. Статы. А, ну это эти. Я бегаю вручную чиню все мэром. А чинилка не работает по-прежнему. То есть 139 человек, а чинилка-то не пашет. Странный приток людей, странный, мягко говоря. Ну придите вы там человек 160, а пусть все заработает. Да. Здание упало. О, чинилка заработала. Ну спасибо, блин, это болезнь. Еще упало. Ну, не успел мой мэр все починить. А, домушки рухнули.
а люди теперь идут. Вот. Пунишмент-центр я вот не дам разрушить. Он мне дорог как память. Ну, дома, черт с ними. Так, ладно, репер-центр теперь пашет, да? Репер-шаг. Репер... Их два репер-шага. А один работал, они просто не успевали. Все сторхаусы полны. Полны просто. Чем? Чем? 119, 120. А о чем 120? Вот 70. Ну, 90. Мне не понять, видимо. 60, блин. Бум. Нет там воды. Все. А они не несут. Ну, как там не прибавляется. Мигранты идут. Мигранты идут, но при этом пусто. Они идут, но не работают. Так, ну тут уже начинается какой-то, не знаю, мазохизм. Видимо, в силу ранней версии игры начинается какая-то фиготень. То есть куча народу, никто не работает, никто ничего не делает. То есть можно, конечно, из любви к искусству поупарываться тут. Стоунхолл. Там минута осталась. Ну хорошо, мы примем еще один закон. Что у нас будет? Раз, два. Раз, два. Три, четыре. Это будет только пятый. Сторхаус опять переполнил. Чем теперь? Ноль. Смотрите, ноль. А, вот фрукты еще. Тоже, кстати. Что значит вот эта графа? Что значит вот эта графа? Непонятно. Восемь четыре столовости. Где переполнено? В каком месте переполнено? Непонятно. Блин, вы чинить будете? Оба ремонтника работают, между прочим. Ну, да. Я могу мэром сходить и что-то починить. Могу сходить мэром добыть сырья. Но что это нам даст? Ну, видимо, вот уже все. Ранняя версия забуксовала. Мигранты идут. 10%. То есть тут, даже вот при таком разваливающемся, я могу просто тупо сидеть и у моря погоды жить, пока у меня надежда вырастет. То есть да, оно разваливается, но... Я могу... Сколько там народу? 150 молодец. Я могу ходить чинить. Я могу... Своим этим мэром тут все делать. А проценты будут крутиться. В общем, фишка-то. О, мигранты привезли что-то этих... О злобных рейдерах. Ну, принесли, принесли. Даже вот не знаю. Стоит продолжать, не стоит. Просто тут уже ничего не произойдет. Ну да, может рейдеры придут, меня люлей устроят. Не более того. Так, я все починил. Ну, они вроде сами починили. Так, мигранты идут. Так, за борты сажать. А что с наркоманами делать? Не знаю. Невинный житель пострадал за преступление, которого не совершал.
Что поделать? Так, чинить. Что-то там тоже обрушилось у меня еще. Так, что у меня тут? Они не носят. Мигранты идут. Но ресурсы нет вообще. Хоть починкой. Засалив... Давайте засаливажем. И это засаливажем. И это засаливажем. Так, этих принес. Металл теперь несем. Вот, например. Я могу вот так сам натаскать. Ха-ха, нет, смотрите, тут доски. Доски и металл. Ну тоже хлеб. Тащи. Что у нас? Немножко металла. Давай на это переключим. Что такое 3, я не знаю. А, все, мой инвентарь пуст. Пуст. Пуст мой инвентарь. К нам пришел визитер. Путешественники зашли мимо нашего города. Но люди узнали, впали в панику. Они здесь, кричали они, они вернулись. Рейдеры. Маленькая группа, снабженная оружием. Лидером награмных элементов. Большой город. Требования. Дайте нам немного ваших людей. Если мы согласимся, 18% нашей популяции будет забрано. Хрен. Да, я уверен. Не знаю, что произошло. Вот рейдеры к нам пришли. Вы испугались? Я нет. Металл ушел. И вот эта зараза его жрет. Это жрет и жрет. Так, запираем, нафиг, не до тебя пока. Не жри мой металл. Сальвага нет. Сальвага нет. Ну, это дрова. У меня только... Фигня, короче. Да, лидера своего послал, но... Ну, в общем, сами понимаете, лидер сейчас натаскает всего. 134 человека так и буксуют. Стархаус все. Ну да, 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 да. Ну вот я камни собираю. Вау. Я крут. Так. Камень, дайте металл собирать. Ну, не уверен, что я его собираю. А, металл пошел, смотрите. А, я нашел специальный айтем. Рарный. Который усилит мои обилки. Хорошо. Рейдеры там мечтают нас атаковать. Мы несем хламье в Стурхаус. 4 года уже прошло.
А мы все бултыхаемся в районе 150. 8 человек убито. Разрушено 3 здания, повреждено столько-то зданий. В общем, мы с трейдерами подцапались. Люди продолжают идти, это 11%. В общем, все. Мы посмотрели на рейдеров. Металл опять куда-то сдриснул. Ну хорошо, металл надо еще. А где я? А, я там, да. Так, использовать металл мы запретили. Ну, просто выключили эту фигню. Наши люди где-то бегают. Давай, металл бери. Опять там чинить. Короче. Я думаю, все мы уже видели. Я, конечно, понимаю, что до этих голов дотянуть можно. Я пропала. Но это не важно. Надо, чтобы эти вот поднялись. Все это не важно на самом деле. Так, мой инвентарь полный. Я еще не все выложил, тут раз получается. У нас опять ремонтники не успевают. Но это тоже решаемо. То есть все может бултыхаться вечно. Что ж, на этом, думаю, серию заканчиваем. Это была финальная серия, потому что ничего больше не происходит. Ну ничего. Бегать, чинить можно бесконечно. Вот это вот туда-сюда колебаться может тоже бесконечно. Это тикает. Все, в принципе, нормально. Так. Они наповреждали здание, но ничего не разрушили. Где мой друг, пиши, читай, прибежал. Мы сейчас решим. Дал опять нет, да вы. У меня гора металла. Ладно. Ну хорошо, мы тогда можем делать вот так. А, 50 воды. Выгрузил. А, гигантский. Можем гигантский. Вот гигантский склад. Все, проблема с складом решена. Ну, там где-то здание рухнуло. Если черт, тем это все может заново отстроить. А, все, серию заканчиваем. Это была последняя серия по этой игре. Игрушка еще, как видите, сыровата и кратковата. То есть тут занятий особо нету. Построил и все, на этом, в принципе, и заканчивается. Ну, надеюсь, продолжение допилят. В принципе, неплохо и интересно. Такой симулятор городка. А на этом всего хорошего. И до новых встреч.